Если вы увидите на пляже это создание, бегите со всех ног. Пляж не такое безобидное место, как многим может показаться. Некоторые жители побережья окажутся обманчиво безопасными, как, например, вот эта прозрачно-синяя красотка. Не поднимайте эти вещи на улице. Называется эта опасная красавица «португальский военный кораблик» или «физалия». Щупальца этих медуз могут достигать от 9 до 50 метров. В целях безопасности на пляжах Средиземного моря и Океанического побережья, где водятся португальские кораблики, устанавливают такие знаки. Интересно, что физалии не настоящие медузы. Их относят к родственникам медуз – сифонофорам. Их ожог может серьезно парализовать часть тела и оставляет на ней отметины в виде рубцов. Иногда укус физалии оказывается смертельным. Плавать в водоеме, где вы один на один с таким монстром с длинными щупальцами – сомнительное удовольствие. Яд физалии очень живуч. Даже высушенные или замороженные щупальца долгое время не теряют своих свойств. Лучший способ уберечь себя от последствий – спастись бегством. Если вас обжег португальский кораблик, надо немедленно промыть место соленой водой, удалить все чувствительные волоски, прилипшие к коже, и каждые полчаса брызгать на нее раствором пищевой соды. Но самое главное, внимательно читайте объявления и будьте бдительны.